обратиться к необходимости фиксации в протоколе каждого слова, сказанного в этом зале на сегодняшний момент. Я предупреждаю, если вы не будете соблюдать порядок, не будете слушать меня, после того, как я вас удалю. Вы, пожалуйста, помогите мне, я тону, товарищ судья. Я вижу, что вы, капитан, я тону. Присядьте, пожалуйста. Я тону, спасите меня, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Смотри-ка, кто-то тонет. Да, в действительности кто-то тонет. Живой мужчина, по-моему, там плавает в воде где-то, барахтается. Да-да-да, барахтается. Товарищ судья, помогите мне, пожалуйста. Я вижу вас, капитана. Капитан. Можно зайду я на ваше судно? Помогите мне, пожалуйста. Могу ли я подняться к вам на корабль? Смотри-ка, ему отказали в помощи, он сейчас утонет. Да, он тонет. Слушайте, он тонет. Он тонет. Надо... Что, капитан не будет спасать человека? Он мужчину, товарищ, живого мужчину. Почему меня спасать? Здесь мужчина тонет. Спасите его. Спасите его, капитан. А капитан корабля. Живого мужчину спасите. Перерыв на 5 минут, пойду палец. Что, не будет? Не спасит. Идем к нам, идем к нам. Давай. Давай, заходи к нам. Все. Все, мы тебя спасли. Объявлен перерыв на 5 минут. Кем? Судьи. Еще не было ничего открыто. Да, как может перерыв быть, если не было открыто? А судья не открывал. Вы не нарушайте. Да, вы не нарушайте. Вы зафиксируйте все, что здесь было на корабле. Все на видео заснято. Там отказалось, да? Да. Что, мы тебя спасли. Идем к нам, живой. Спасибо, братья. Тебе отказали в пище и крови. Спасибо, братья. Живые мужчины, спасибо. Давай, давай на видео. Говори. Вот я живой мужчина. Собственно, имени Дмитрий. Свидетельствую то, что капитан корабля в виде судьи. Как ее? Базурина. Базурина. Отказалась в помощи, отказала в помощи утопающему и бросила его в море. И мне, живому мужчине, собственно, имени Дмитрий, сообща с живым мужчиной собственное имя Леонид, пришлось спасать самим вот этого живого мужчину. Благодарю живых мужчин Дмитрия, Леонида за спасение мое, то, что вытащили на берег. Кто ты? Кто ты? Я живой мужчина. Собственно, имя Петр. Давно ли ты в воде плавал? Очень давно. Документы все уже увяли, так сказать, увядшие стали, да, то есть очень давно, и вот просил капитана Базурину, так скажем, помочь мне. Она просто убежала. Вот двое мужчин, Леонид и Дмитрий, живых, мне помогли спастись и выйти на сушу, на берег.